Члены областного народного штаба за строительство атомной электростанции встретились с преподавательским составом и студентами колледжа искусств, специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей имени Еремека Серкебаева. Представители штаба рассказали о том, какие проблемы в стране решит строительство атомной электростанции. Теперь вопрос в том, чтобы атомная энергетика развивалась на более высоком уровне, который позволит решать вопросы развития экономики, вопросы социального развития, потому что ядерная экономика – это не только возможность для бизнеса, потому что любое предприятие необходимо развивать, необходимы энергетические мощности, но энергетика важна и для жилищного строительства, для того, чтобы строить дома, нужно, чтобы эти дома отапливали, чтобы в них был свет. А проблема жилищного обеспечения тоже является одной из актуальных в нашей стране. 8 лет назад, 4 ноября, вступило в силу Парижское соглашение об изменении климата, где страны берут на себя обязательства по уменьшению выбросов СО2. До 2026 года большинство крупных государств Азии и Ближнего Востока, в том числе Казахстана, планируют достичь углеродной нейтральности. У атомной электростанции выбросов углекислого газа и других химических загрязнителей нет, подчеркнул активист штаба Аль-Фараби Мунбай. Лично я сам не против строительства атомной электростанции. Думаю, что она на сегодняшний день нужна, потому что, зная то, что потребление электроэнергии увеличивается на 3%, то в будущем нам понадобится источник энергии. И это строительство электростанции позволит улучшить положение населения и трудоустроить граждан. Разъяснительная работа членов штаба будет продолжаться и в других организациях региона. Камила Карим, Шерния Зиманов, МТРК.